Пока там жена что-то копается, расскажу вам, что лучше провозить ноутбук в ручной клади. Либо же реально упаковывать в какую-то пупырку или еще что-то. То есть просто положить в чемодан не рекомендуется. Мы особо этого не знали. Я знал, что чемоданы падают там и так далее. Но на стойке регистрации нам настоятельно рекомендовали ноутбуки. У нас их два. Один ноутбук, второй MacBook. Нам настоятельно рекомендовали вытащить из багажа, иначе за целостность ноутбука никто не ручается. И сразу же после регистрации чемоданы конкретно падают на минус первый этаж, без всяких там смягчений и так далее. Просто куча чемоданов падает и все. Поэтому мы вытащили ноутбуки, и ноутбуки везем в ручной клади. Немножко это получилось некомфортно, но зато они будут целые, нежели мы их разобьем, даже не доехав еще никуда. И еще пауэрбанки. Пауэрбанк нельзя везти в багаже. Нельзя, и это на регистрации также останавливают и просят вытащить пауэрбанки. Но спокойно их можно везти в ручной клади. Никто ни разу нам ничего не сказал за пауэрбанки. Никто не остановил, не забрал, когда мы их вытащили из багажа в ручную кладь. Ножи нельзя, да, прям при нас выбрасывали в мусорку даже перочинный ножик, который меньше 10 сантиметров, таможенники там, которые еще из Домодедово, изъяли и выбросили прям при нас, вот. Поэтому такие вещи лучше вообще не брать с собой. Несмотря на то, что да, я знаю, что по закону маленькие ножички там определенной длины, они разрешены, но тем не менее практика показывает, что запрещено. Запрещают провозить такие вещи. Спасибо.